все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка. Все было кончено. Чтобы объяснить, что здесь произошло, мне придется вернуться на 3 года назад. В тот вечер, который мне никогда не забыть. Ничуть не лучше. Это
это чувство обрушилось на меня, как выстрел в упор. Что-то было не так. Моя беретта... Моя беретта нервно зашевелилась под курткой. Но двери вагона уже захлопнули за мной, и поезд тронулся. Следующая остановка — станция Роско-стрит. И Алекс. Мне нужно было найти другой путь в тоннель.
спас меня, дружище. Что здесь происходит? Резня! Эти парни с бесплатами только что появились из ниоткуда. Нужно позвать подмогу. Я могу позвонить из диспетчерской, этажом выше. Поможешь добраться туда? Конечно. Звучит неплохо. Идем. Ржавая дверь вела в заброшенную часть станции. На Роско-стрит происходило что-то серьезное. Может быть, поэтому Алекс назначил мне встречу именно здесь. А может быть и нет. Так или иначе, мне предстояло это выяснить. Так не шутил. Да?
станции небезопасно. Кто-то там вообразил себя героем. Плохи дела. Этого только нам и не хватало. Пристрелил! Старый
станции метро. Это предел Тюльпина? Это правда работа Тюльпина? Ты умеешь выбрать место. Ты можешь открыть ворота? Нет, они заперты. Нам нужно выйти отсюда. Если это Тюльпина, это... Алекс! Я ничего не мог сделать. Он был мертв. Это можно было понять по пустому, обвиняющему взгляду его глаз. Отсюда! Что будет?